Привет всем, с вами Ника, Илина, и сегодня мы снимаем Гарри Поттер Челлендж, или Бальти Бот, по-моему. Да. Угу. Вот, и мы их купили только сегодня, сейчас мы будем раскрывать и пересыпем в тарелочку. Пахнет не как бенбузл. Ну, пахнет как бумагой. Ой! Опа! Смотрите! Дуб. Их на самом деле очень мало. Смотри, как вам показать? Вот. Ой, ну, да что у меня все падает. Всё, мы их вот так будем вытягивать, наверное, и все. Да. Тут почему одна тутти-фрутти? Ну окей, ладно, давайте. Берем закрытыми глазами и очень любим это место. Да. Вот это. Это... Тухлое яйцо. 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 А у нас больше тухлого яйца нет. Чё? Нету? Нету больше. Ты ешь одна. Я обязана пробовать, да? Угу. Я уже поняла, что это. Можно я кусать покажу? Кусай. Фу. Я сразу это понятно. Зелененькое. Зелененького больше нет. Это что? Это золотое яблоко. Золотое яблоко. Зеленое яблоко. Вкусно. Угу. Давай что-нибудь гадкое вытяну. Не знаю, только не земляного червя. Мило так смотрит. Ой, а что я-то не смотрю, как будто ясно. Что-то зелененькое. Трава. Ага. Здесь как будто трава вкуснее, чем бенбулу. Угу. Нет. Так, тяни. Малиные глаза. О, какая-то коричневая в черную крапинку. Что это? Это грязь. Это как это? Похоже на что? На сопли. Ну, терпимо. Не хочу терпеть. Вот же у нас. Ну, какая разница, может, пока сюда. Если бы эти конфетки делали из натуральных ингредиентов, мы по-настоящему съели червявый. А, да, точно, это же грязь. Так, я могу смотреть. Это, по-моему, земляной червь. Да? Блин, это арбуз. Нет. Что это? Такая желтоватая. Это что ли? Да. Вот такая вот. Да, простой. Такой. Так, это ушная сера. Фу. Вытянула вкусненькая. Не похоже на утную селу, серу. Хотя я ее не ела. Фу. Как будто какой-то чай. Она еще розовая внутри. Это от арбуза. Это как будто какой-то чай. Видимо, яичный либо. Невкусно, мне не понравится. О, потом мясо. Угу. У меня первое, у меня сначала мята. Ну, вкусно. Но я не сказала, мне что... понравилось. Так, только давай сразу кусать. Не... Там, как... Да, так, я тяну, да? Да. Вот я хочу... Красненькую какую-то крапинку. Да, вот мне тоже. Земляной черви. У меня вот в крапинку. Ну все, давай. У меня аж она выпала. Невкусно. Совсем. Это, в общем, похоже на бенбулу. Это вкусом сопли. Такое. То же самое мы пробовать не будем. Нет. Притом она одна. Арбуз. Опять. Нет. Давай. Это арбуз. Желтенькая. Вот такая вот она.
желтенькая. Тут только в крапинку. Ну ладно, давай попробуем угадаем. Вот в крапинку, да? А это просто желтый. Может, у нас крапинок нету? Давай, это что за вкус? Не знаю. Ну, вообще в крапинку вот этот, который лимон. Угу, лимон это. И вот это лимон. Угу. Вот. У нас она без крапинки, но это лимон. Угу. Вкусненько. Я хочу банан. Это же банан. Да. Ладно, тяни. Вкусная сера. Вытянула. Это черный перец был. Это вишня. А, нет, корица. Или вишня, или корица. Это корица. Вишня темный. Не вишня, светлая. Ну ладно, давай пробовать. Ну, и вишня. Угу. Вот это корица. Да ладно. А, вот! Вообще, по сути, должна... Это сладкая вата. Почему она одна? Вот у нас невкусных больше, чем вкусных. Угу. Я думала, она вкуснее будет. Давай, я тяну. Угу. Ну, что-нибудь уже такое. Хочу сосиску. Вата. Сладкая. Кусай. Ну, вкусная. Ну, я не сказала, что это сладкая вата. Угу. Не угадаешь. Это что-то сладкое, но не сладкая вата. Мята. Как хар. Я как хар. Нет, нет. Ну, что это что интересно? Сосиска, наверное. Да ведь сосиска вообще коричневая. Вот это что ли? Угу. Все, отворачивайся. Тяни. Серая. Черный перец. Давай. Прям перец. Я раскусила. Пока нормально. Ну хорошо, что это не такой перец, который пробуешь, а он там потом острый. И вкус перца. Я люблю есть. Это... Ты уж поаккуратнее выплевывай. Так. Я тяну? Да. Оранжевенькая. Нету больше такой. Это что такое? Вот. Наверное. Какая рвота? Да? Я тебе не скажу. Это рвота. Пахнет рвотой. Кусай, я яйцо съела. Пахнет рвотой. Я яйцо съела. Да я знаю. Пах. Выплю. Фу, тут рвота. Тут рвота не вкусная, чем бенбулы. Бенбулы вкуснее. Нет. Mm-hmm. Вытягивай. Я хочу колдую. Какая-то коричневенькая. Ты сказал, что это сосиска. Значит, сосиска. Давай. Ешь сама. Уже. Это грязь. Че, вкусно? Мы уже ели ее с тобой. Желтенькая, просто желтенькая. Вот. Это не знаю. Лимон. Банан. А, банан. Лимон, вот она. Это вообще. А, лимон уже был. Это банан. Угу. Я тяну это? Да, ты. Вкусно ли? У меня вот заканчивается вода. Давай быстрее, чтобы видел. Я хочу корицу попробовать. Хотела бы корицу попробовать. Да уже не смотри, да уже можно смотреть. Вот такая вот. Угу. Это с пятнышками? Угу, вкусная. Это зефир на костре. Маршмеллоу. Ну, по крайней мере, так написано на упаковке. Но мы нашли перевод. Зефир на костре. Угу, но...
Я хочу попробовать вот эту. Что это такое? Это лимон. Ну, я хочу арбуз съесть. Стой, подожди. Я не хочу лимон, я не люблю лимон. Это не лимон. Хотя лимон. Арбузик мне дашь. Арбузик и лимон от того. Я сейчас две съела. Ну все, у нас... А, тутти-фрутти у нас еще. Ага, конечно, тут он. Пол конфеты съела. А ты что хотела? Ну, половину тебе. Как зубная паста. Как зубная паста. Что-то какой-то тут тутти-фрутти и тутти-фрутти. Винбузло вкуснее. Угу. Я же говорю, это... Я хочу попробовать это, что это такое? Может, сосиска? Сосисон. Вот это. Вот это. А у нас тут еще с тобой... Я не знаю, что это. Ешь, я не буду. Что-то сначала вкусное. Я не пойму. Это есть сосиска. Это сосиска. Она невкусная. Здесь. Давай с посопле и все. Сопле. Поесть можно, но не хочу. По-моему, здесь вкуснее сопли, чем бинбузо. Я больше не буду.